идете теперь туда, Юра откроет нам, ну, подожди, тамбур, чи що у него подъезд. Тамбур открытый. Там человек находится, да? Вот он стонет там, да. Сейчас откроет и не открывает квартиру. Кто может помочь, я не знаю, что делать. Я тоже не знаю, куда он попал. Сильный выбух, и сразу после выбуха вот соседка кричит, говорит, Вася стонет. И мы начали в дверцу так, у нас ключа нет никого. Держись, Васенька. Вася, не теряй сознание. Вася, потерпи, по чуть-чуть, потерпи, уже едет, уже, Васенька, уже. Вы не против чего-то, да, сразу.